Всероссийский экономический диктант – это ежегодная образовательная акция, которая проводится во всех субъектах Российской Федерации. Она призвана определить и повысить уровень экономической грамотности населения. Одинцовский кампус МГИМО был выбран организаторами региональной площадки. В диктанте приняли участие около 100 человек. Это школьники, студенты колледжей и вузов. Сама идея Всероссийского экономического диктанта представляет собой большой интерес, потому что на сегодняшний день никто не может обойтись без знаний в области экономики. Наша жизнь усложняется, и, конечно, эта дисциплина и эта сфера в целом является очень важной для всех, то есть и для студентов, и для всех граждан. Диктант проходил в двух аудиториях филиала. В 423-й разместились школьники, учащиеся Горчаковского лицея, студенты колледжа МГИМО и других колледжей. В 427-й аудитории – студенты высших учебных заведений. Испытание стартовало в 10 часов утра. Тестовые задания очного этапа были для всех одинаковы. Наталья еще учится в школе, но уже сейчас уверена, что экономика – очень перспективная наука. Ей даже кажется, что она почти определилась со своей будущей профессией. Экономика и финансы вообще – это очень перспективная наука и развитие нашей страны и всего мира в целом. Я решила попробовать себя в этом, потому что раньше я была на экономических диктантах и не только на экономических, но все-таки экономика, может быть, остается моим любимым предметом и, скорее всего, я выберу это направление. Елизавета является студенткой третьего курса факультета мировой экономики и инноваций Одинцовского филиала МГИМО. Для нее участие в диктанте – это в первую очередь возможность оценить знания, полученные за два предыдущих года. Так как я студент третьего курса, я хочу проверить свои знания и понять, хорошо ли я выучила экономику за первые два курса. И для меня это возможность проявить себя, получить какие-то дополнительные баллы при поступлении в магистратуру. Каждый участник акции получил возможность оценить и повысить уровень своих знаний в области экономики. Результаты опубликуют на сайте ВО России. Школьники и студенты, набравшие по итогам диктанта более 80 баллов, будут приглашены к участию в финале всероссийского проекта «Фестиваль экономической науки».